Друзья, всем привет! Много раз в разных социальных сетях вы мне писали, чтобы я рассказал вам по поводу краски. Вот сегодня я хочу закрыть этот вопрос. Приехал, напросился в гости к компании «Вертикаль». Компания «Вертикаль» занимается производством лакокрасочных материалов различных. Сейчас я нахожусь у них в офисе. Мы сделали вот такую вот небольшую экспозицию. Вот покажем вам, как делать выкрасы, расскажем о красках, тем более в сегодняшнем вопросе, когда есть санкции, когда какие-то производители уходят с нашего рынка, я думаю, для многих этот вопрос будет актуален. Сегодня я буду рассказывать не один. Елена, специалист технический компании «Вертикаль». Правильно я говорю? Да, все верно. Всем добрый день. Елена, расскажите нам по поводу вот вашей замечательной краски. Что это за материал такой интересный? В двух словах. Да, давайте первое, о чем расскажем, это пропитки для древесины. Угу. Производство полностью в Сербии, что сейчас очень актуально, потому что основная масса производителей импортных, они ушли с рынка. Угу. Марка Верес. Это прям в Сербии, да, производится? Это прям делается в Сербии, разливается в банках, и сюда она уже приезжает в готовом варианте для продажи. Угу. Производство часто задает вопрос. В связи с санкциями, возможно, будет что-то меняться, где-то будет новое перенесено производство. Нет, мы не планируем. Все у нас хорошо, как производили в Сербии, так и в дальнейшем планируем. Тут только в Сербии производится или еще где-то? Завод находится в Сербии, на нем они все пропитки эти и делаются. Мы сегодня про какие пропитки будем рассказывать? Которые для дерева или что-то еще? У нас будет сегодня пропитки для древесины, у нас будет краска для дерева и масла. Угу. Поэтому давайте начнем, наверное, с пропиток. И первое, что мы затронем, это грунтовка. Грунтовка обязательно нужна? Грунтовка обязательно. Очень часто возникают вопросы, можно ли без нее. Можно, но сколько прослужит вам ваше покрытие, это неизвестно. Угу. Грунтовка в своем составе содержит вещества, которые защищают нашу древесину изнутри. Мы ее, извините, я вас перебью, вот у нас специальные выкрасы такие есть. Мы ее... покажем, да? Да, конечно, мы покажем, как она выглядит, как она правильно наносится, для чего она применяется. Помимо того, что она в своем составе содержит вещества, которые защищают древесину изнутри, то есть они убивают и не дают развиваться грибкам, плесени, жучкам, все, что может завести древесину. То есть она получается как пропитка, что ли? Она как пропитка, бесцветный состав, но с высоким содержанием химических веществ, которые уничтожают, но полностью безвредная при полном высыхании. Угу. Давайте мы ее как раз сейчас посмотрим. Это только для наружных работ она идет? Внутри она применяется во влажных помещениях, либо где постоянный перепад температуры. Угу. Если у нас помещение отапливается и поддерживается температура в течение года, можно наносить без базы. Потому что в любом случае при обработке мы фасад всегда обрабатываем. Я понял. Есть какая-то там, не знаю, инструкция по монтажу, как ее правильно там наносить, 2 слоя, 3 слоя? Да, конечно. Мы сейчас с вами все это посмотрим и расскажем про некоторые нюансы. Выглядит она, это бесцветная жидкость в баночке, она как водичка. Она на растворителе, да? Да, она на растворителях, поэтому если мы, например, наносим это в помещение, помещение обязательно должно быть проветриваемое, чтобы мы не отравились. Угу. Когда она высыхает, запаха она не имеет. Набираем немного на кисть, и как мы делаем? Правильное нанесение мы наносим вдоль волокон. То есть, видите, это бесцветное. Вот это что сзади, сосна? Это сосна, да, стандартная вагонка, которая в большей степени используется всеми нашими потребителями для отделки. Кисточкой надо наносить? Ее можно наносить кисточкой, можно наносить валиком, краскопультом, это как удобно. При нанесении базы есть один нюанс. Когда мы наносим ее на поверхность, мы нанесли, оставляем и потом делаем второй слой. Но вся вредоносная, что может в древесине завестись, она у нас проходит через боковые спилы. То есть, если у нас идет дерево, то вот эти части мы всегда обрабатываем в 2-3 слоя, это минимум, до полного насыщения. То есть тем самым мы защищаем древесину в полном объеме. Ну, здесь у нас не очень большой спил, поэтому мы ее так точно, а так она также наносится совершенно спокойно. Она впитывается, и через спилы у нас как раз не попадает ничего, что может древесина повредить. Смотрите, базу мы наносим тоже несколько слоев, правильно? Да, мы делаем 2 тонких слоя, нанесли, она у нас просыхает, второй слой.
И дальше поверхность после полного высыхания будет готова к покраске уже нанесению самого декоративного покрытия. Сколько по времени нужно сушить? Смотрите, межслойная сушка в среднем это 6 часов. Угу. При средней температуре 20-25 без прямого попадания. Первый слой я сделал, потом 6 часов жду. Дальше мы наносим второй слой, полное высыхание 24 часа. Почему лучше дождаться полного высыхания? Потому что в каких-то местах она может не просохнуть, и когда мы кладем светлую пропитку, она может немножко дать пятна, потому что мокрое по мокрому, и оно будет немножко пятнить. Со временем это уйдет, но лучше наносить все-таки правильно по технологии, чтобы покрытие все-таки служило нам намного дольше. Часто тоже вопрос возникает, а можно ли просто базой обработать? Нельзя. База не используется как самостоятельное покрытие. То есть оно проникает в древесину, но не образует защитного покрытия, которое будет защищать древесину непосредственно. Базу можно нанести и, например, взять какой-то небольшой промежуток времени, на который мы оставляем без нанесения декоративного уже покрытия. Это в среднем до полутора месяцев в сухую, не жаркую погоду. Смотрите, я вас сразу перебью. Смотрите, как это делать, например, если там на улице сезон у тебя начинается, да, уже более-менее там нормальная температура, мы покрасили, вдруг пошел дождик или что-то еще. С этим проблем не будет? Лучше, чтобы древесина была просохшая. По стандартам любая краска, вне зависимости от марки, нанесение должно быть, чтобы влажность древесины была не более 20%. На глаз мы, конечно же, это не сможем видеть, это нужен специальный аппарат. Но стандартно, когда ставят нам, у нас дом отстаивается немного, она древесина просыхает, и мы уже начинаем наносить. Там надо как-то шлифовать предварительно, пыль убирать. Да, обязательно. Перед нанесением мы все равно древесину готовим. То есть подготовку никто не отменял, ее обязательно нужно делать. Мы снимаем, мы открываем поры, чтобы у нас более глубоко проникла в структуру. То есть это шлифовка делает? Это небольшая шлифовка, не надо делать крупнопористый, крупнозернистую брать. Это по верхам, это более мягкие породы древесины, они всегда используются более средние. Ну, сосна, например, да? Да, да. Сосна, ель, то, что у нас больше всего используется. Да. Небольшая шлифовка. Небольшая шлифовка, да, и наносим. И здесь уже при нанесении пропиток мы тоже делаем межслойное шлифование, самой мелкой. Это для того идет, возможно, мы сегодня попробуем, конечно, тоже это посмотреть. При нанесении пропитки у нас получается поднимается немного ворс. И этот ворс на выходе, когда мы нанесем слои, она может быть немного шершавая. Вот чтобы нам избежать и сделать покрытие ровное, идеальная, чтобы она у нас тактильно была тоже приятно, делать межслойное шлифование. То есть мы снимаем вот этот ворс, который поднимаем, когда кистью наносим. Поэтому это тоже обязательно нужно делать. Это, знаете, вот приведу... То есть смотрите, вот перед тем, как работать, мы проходим небольшое шлифование, делаем правильно, наносим грунтовку, и дальше уже мы наносим какой-то антисептик, правильно? Да, да. То есть шлифуем один раз. Межслойное шлифование, да, желательно, обязательно. А межслойное еще шлифование? У нас пропитка, вот если мы говорим про декоративную пропитку, она наносится в два слоя. То есть мы нанесли первый слой, сделали, она у нас высохла, мы сделали межслойное шлифование самой мелкой шкуркой, убрали вот этот пушок, который у нас образовался, ворс поднимается, то, что на древесину, пушок такой, да, его называют. Мы его убираем, наносим второй слой. Все. Покрытие наше высыхает и готово. Я понял. Хорошо, дальше вот мы берем, наносим сейчас вот два слоя вот этого. Да, она, смотрите, базы. Она быстро высыхает, она не меняет цвет древесины. Вот здесь, да. Поэтому очень удобно наносить, например, светлые цвета. Некоторые добавляют пигмент, но я Вот эта вот база, она сколько сохнет? Полное высыхание 24 часа. 24 часа. Да. Вопрос по поводу колеровки. Ее можно колеровать? Да, ее можно колеровать любыми универсальными пигментами. И также можно цвета между собой смешивать. Вот, например, мы делали, сами пробовали, как это получится. Мы взяли палисандр и белый в линейке ультралазура. У нас получился цвет молочный шоколад. Очень красивый. И опять же, он неповторимый. Да? То есть мы здесь можем сделать смешение в своих пропорциях, и он получится совершенно нестандартный. То есть, если нам, например, хочется что-то необычное, мы можем хоть три смешать цвета, но самое главное, чтобы это было в одной линейке. Я понял. Наносить чем лучше? Краскопультом, кисточкой? Можно наносить кисточкой, валиком, краскопультом. Я рекомендую все-таки, наверное, кисточкой, потому что получается более равномерно, мы наносим вдоль волокон, и толщина слоя, она будет одинаковая, то есть не будет перепадов. В связи с тем, что пропитка лиссирующая, то есть полупрозрачная,
на ней нахлёсты будут видны. Если мы, например, хорошо умеем пользоваться краскопультом, мы можем это наносить, но нам надо понять все-таки скорость нанесения, чтобы у нас не было нахлёста. Потому что визуально, когда поверхность уже будет готова, это будет видно. Угу. Поэтому кистью это самое оптимальное. Два тонких слоя. У вас какие-то кисточки? У нас, смотрите, да, у нас кисточки, это тоже сербского производства, это делается тоже все в Сербии. Угу. Качество шикарное, даже могу вот вам показать, это вот новая кисточка, мы облезает, ее только открыли. Смотрите, вот что у нее идет, он гладкий, он не полосит, он не оставляет никаких полос. Она достаточно плотная, угу. То есть не тоненькая, да, как вот обычно бывает, и очень большой плюс, она не лезет. То есть, когда мы наносим, видите, ни одного волосочка у меня в руках не остается. Они не выпадают. Что очень часто встречается, как раз с малярным инструментом, мы наносим и потом начинаем отковыривать, да, вот эти вот волоски, которые туда попадают. Но они бывают разной ширины, да? Не только да, они бывают разные. Мы просто взяли 50, это оптимально, да, для нанесения как раз на вагонку. Размерный ряд большой, начиная там от самой маленькой, от 20 миллиметров, до этого самой узенькой, там, заканчивая 100. А плюс тоже очень большой, помимо малярного инструмента, это валики кисти, всякие ванночки, торговой марки Биарол есть прекрасный инструмент, которым можно, например, подготовить поверхность, да, где-то что-то сколотить, зашкурить, то есть ну, полная подготовка, да, там совершенно разнообразный ассортимент. То есть можно выбрать для любых работ, какими бы мы там ни занимались на своем дачном участке, либо в доме. По поводу объема, вот здесь у нас 2,7 литра, да, смотрите, тут я вижу, у нас 9 литра, это то же самое, вот, это та же самая краска? Вот эта. Нет, это немножко другое, это мы как раз чуть позже вернемся, это масло. Пропитки у нас идут в трех фасовках, это идет баночка 0,9, 2,7 и 9 литров. Поэтому если мы, например, просчитываем, сколько нам нужно, мы всегда можем взять там большой объем, плюс там какой-то небольшой. Вот это, смотри, это именно пропитка или это как масло? Вот не, это именно пропитка, лессирующая, то есть оставляет структуру древесины видной, то есть мы ее реально видим. Давайте как раз попробуем на одной из них, это вереск-гол. Смотрите, она идет достаточно густая, у нее в составе идет увеличенное содержание масла и воска. За счет этого у нее получается, когда мы ее наносим и она высыхает, у нас получается такой как лотос-эффект. То есть у нас полное отсутствие грязеудержания, то есть грязь, капельки, которые у нас на поверхности образуются, они у нас собираются в капельки и скатываются, то есть как с цветка лотоса. Поэтому это очень удобно, особенно когда поверхность идет достаточно большая, нам не надо ее постоянно мыть. Прошел дождик и вся грязь у нас ушла. Смотрите, она идет густая. Как правильно делать, да, чтобы у нас тоже не было перерасхода? Мы никогда не окунаем кисточку целиком. То есть мы ее опускаем немного, убираем излишек. Смотрите, пока мы это делаем, разбавляется краска растворителем. Да, она разбавляется, но... Вот сейчас вот в таком состоянии она как-то разбавлена? Нет. Сюда надо что-то добавлять или нет? Нет, она разбавляет обычно для нанесения через краскопульт, но не более 70% от номинального объема. Чтобы она не потеряла свои защитные свойства и не была очень жидкой, да, чтобы нормально перераспределился пигмент. Смотрите, также то же самое. У нас пока база сохнет, мы нанесем на немножко на необработанную поверхность, но это ничего страшного, это не дом, все-таки мы просто хотим показать, что это за материал. Также мы его начинаем наносить тонким слоем, то есть растягивая. Смотрите, мы взяли совершенно совсем чуть-чуть пропитки, но как хорошо, она у нас легко ложится. Расход какой у нее? У этого ведра 2,7 литра вот здесь вот у нас. Давайте сейчас мы нанесем и по расходу вернемся отдельно, по каждой пропитке тоже поговорим. Видите, она у нас наносится тонким слоем, она структуру древесины полностью оставляет, ее видно. Сейчас она у нас подсохнет, мы нанесем второй слой, как раз посмотрим, как от толщины слоя у нас будет зависеть цвет. Если мы говорим о том, что мы смотрим, например, на выкрас и говорим, что нам нравится, выкрас стандартный, он всегда делается на сосне. Два тонких слоя. Поэтому, если мы, например, видим, что нам цвет нравится, и мы хотим получить то же самое, это два тонких слоя, без излишков. Кто-то хочет чуть потемнее, делает, например, три тонких слоя. Но перебарщивать тоже не надо, потому что это будет очень толстое покрытие, оно может, ну, со временем начать отходить. Перебор.
Так это мы нанесли один слой. Да, это у нас один слой, видите, он лег равномерно. В чем плюс, опять же, хорошего инструмента? Он нам дает хорошее гладкое покрытие. Это, знаете, можно привести пример, когда мы делаем, например, ремонт у себя в доме, и у нас сняли старые обои, у нас стены, они немного, да, там сыпятся. Если мы не подготовим поверхность и нанесем обои, приклеим обои, например, там за 1000 рублей рулон или за 10 000, они у нас все равно отвалятся. Ну да, без грунтовки 100%. Поэтому подготовка поверхности и инструмент, которым мы будем это делать, да, мы можем взять обычный там какой-нибудь инструмент нанести, он нам царапины где-то, зацепки оставит. Что, например, биорулы, они качественные инструменты, они совершенно спокойно наносятся, да, те же кисточки, они не полосят, они очень качественно сделаны. Опять же, возвращаясь к тому, что это все-таки производство европейское, это Сербия, стандарты качества там немножко другие. Я понял. Мы еще будем слой один наносить? Да, конечно. Но смотрите, нам надо, чтобы он немножко у нас подсох, для того, чтобы он не тянулся друг за дружкой. Угу. То есть он прям нам надо хотя бы несколько минут, он сейчас у нас подсохнет немного, и мы нанесем. И как раз визуально мы можем с вами сделать половину, как раз нанесем, посмотреть, насколько изменится цвет. Угу. И как это будет визуально выглядеть. Понял. Так, что еще интересного? По поводу гарантии и пока смотрите, там сохнет. Смотрите, да, по гарантии. В системе с краской, с базовым покрытием Veris Base у нас получается гарантия до 8 лет, Veris Ultra, Veris Gold до 10 лет. Гарантия это что значит? Срока службы покрытия на поверхности при условии правильного нанесения. Я обещала чуть позже как раз рассказать о правильном нанесении, как правильно надо наносить на большую поверхность. А утро наступило, роса сошла, можем приступать к работам. Угу. Как это все происходит? Мы начинаем всегда красить дом с той стороны, чтобы нам в глаза смотрело солнышко. То есть смотрит нам в глаза солнышко, значит, сторону, которую наносим, она у нас в тени. И в зависимости от движения солнца мы двигаемся. То есть солнце все время нам смотрит в глаза. Почему именно так? Когда мы наносим пропитку, и попадает солнце. Дерево, оно в любом случае дышит, да, мы этого не видим, но оно дышит. Соответственно, оно меняется. Поры разжимаются, сжимаются. При высыхании этот воздух, он пока не образовалось, не высохло покрытие, выходят пузырьки воздуха. Угу. И вот эти пузырьки воздуха в процессе высыхания, они остаются. Почему очень часто сталкиваются именно с шелушением, да? То есть, когда она у нас высохла, мы можем вот так провести, и мелко-мелко начинает сыпаться. И это как раз попадание света, попадание солнца в процессе высыхания. Вот чтобы этого избежать, красим солнышко нам всегда в глаза. Понял. Смотрите. Это не важно, солнечная там сторона, не солнечная? Нет, все пигменты при производстве используются как раз светостойкие пигменты, которые предназначены для использования на фасадах. Угу. Поэтому оно со временем в любом случае выгорит, да, даже у нас одежда, по-моему, выгорает, мы немножко на солнце ходим, но это не такая большая разница будет. Ну, шелушение главное, чтобы не было. Нет, шелушение, оно возникнет, если мы неправильно подготовили поверхность. То есть, если у нас все хорошо, мы сделали все по технологии, как положено, правильно нанесли, оно у нас будет стоять. Ну, могу привести пример. У нас покрашена наша пропитка Veris Ultra Lazura храм. Угу. Покрасили его... Где, в Москве или где-то? Нет, это в Гусь-Хрустальном. Угу. Ну, это один вот из храмов, которые как раз наносили. Наносили пропитку Veris Ultra Lazura в 2018 году, но сейчас уже 23-й заканчивается. Буквально вот на днях мне прислали фотографии, покрытие идеальное. Угу. То есть никаких повреждений, шелушений, ничего нет. Некоторые клиенты, у нас существует телефон горячей линии, по которому может всегда ответить консультант, подсказать, рассказать. Это звонить вертикаль, да? У нас на баночках с краской это указан телефон горячей линии, и плюс на нашем сайте veris.ru есть вся информация, где можно написать, либо позвонить и получить полную консультацию у специалиста. Хорошо, смотрите, если вот прошло 8 лет, угу. Нужно как-то это обновить, как этот процесс дальше происходит, что надо шлифовать. Смотрите, здесь все зависит от поверхности, как она визуально выглядит. Иногда бывает, что все-таки какие-то повреждения уже есть, где-то идет небольшое отслоение со временем, да, либо где-то поцарапали ее. Здесь все зависит вот именно от поверхности. Если мы берем классическую неповрежденную поверхность,
мы ее обязательно очищаем, немного проходимся, снимаем верхний слой, ну, мелкой-мелкой шкуркой, чтобы улучшить сцепление следующего покрытия, ну, так называемая адгезия. И совершенно спокойно обеспыливаем и наносим. Понял. То есть обновляем. Но есть небольшой нюанс. В связи с тем, что на пропитки они идут лессирующие, то есть полупрозрачные, мы не можем перекрыть более светлые, более темные цвета более светлым. То есть здесь всегда выбор у нас, мы должны понимать, что если у нас покрытие было достаточно темное, светлое, мы его не сделаем без полного снятия. Поэтому в любом случае, либо тот же цвет, либо на тон темнее, чтобы это все перекрыть. Хорошо, смотрите, если, например, у меня был дом покрашен каким-то там пенотексом или тикурилой, могу ли я использовать вот этот антисептик или нет? Вы можете выбрать любую пропитку. Не, ну я, вот смотрите, он был покрашен, да, мне как это надо полностью будет отшлифовать старую краску, да, и... Опять же, вот все зависит от поверхности. Если она не повреждена, то просто немножко снимаем вот этот вот... Обычно все, в основном, пропитки имеют такой глянец. И нам этот глянец надо снять, чтобы у нас просто легла. Я понял. Нужно, чтобы она была как шершавая такая. Да, да. Почему мы, например, стены также покрываем грунтовкой? Чтобы у нас было лучше сцепление, чтобы приклеивалось лучше. Ну, это принцип тот же, да, если по-русски говорить. То есть нам надо, чтобы одно приклеилось к другому. Вот. Поэтому в любом случае здесь это нужно будет делать. Давайте вернемся к нашей пропитке. Она уже немного подсохла. Не совсем еще, да, но у нас немного, да, тут чуть-чуть липковато. Помещение все-таки. Вот, ну, давайте в любом случае попробуем. Кстати, запах вот реально практически... Он не сильный, здесь используется, знаете, как обычно, открываешь, да, вот растворители, которые продаются в магазинах, ну, запах неимоверный. Здесь такого запаха нет, он совершенно спокойный, вот мы, например, находимся в закрытом помещении. Да, окна закрыты у нас. Практически, ну, он запах отсутствует. Вот, давайте пробуем тогда второй слой наносить. Сделаем наполовинку, чтобы у нас было понимание. Все-таки немножко липнет. Не совсем мы, конечно, по технологии это делаем. Ну, нам чуть-чуть... хотя бы примерно показать. Да, я возьму чуть-чуть побольше пропитки, чтобы показать. Ну, смотрите, примерно это вот, это второй тоненький слой. Не надо переживать, он сейчас полностью распределится по поверхности. И у нас получается вот такая. Вот такая красивая дощечка. Да. Видите, цвет он такой достаточно спокойный, не яркий, он приближен к натуральному цвету. Сегодня мы используем цвет как раз золотой бор, о котором мы говорили, да, это нестандартное название пропиток, да, как у всех там сосна, палисандр и такие. То есть это вот в таком формате. Давайте немножко поговорим о расходе. Если мы берем грунтовочный состав Veris Base, расход у нее идет в среднем, это 6-10 квадратных это метров. Это вот этот вот с краю, да? Да, это наш антисептик, который обязательно надо наносить на дерево. 6-10... Нет, 8-10 квадратных метров с литра. С литра. Это чем красить? Да. Это кисточкой. Мы берем такой универсальный продукт. По пропиткам. Почему здесь достаточно такой... Она достаточно жидкая, легко наносится, и поэтому у нее по квадратуре, то есть, в принципе, в среднем это получается по расходу. Если мы говорим о пропитке Veris Classic Lazura, у нее получается расход идет, это где-то 10-12. Ну это реальный расход? Это вот. Да, это реально. Просто я сколько раз красил сам, никогда что-то мне вот, то, что на банке там никогда не получалось. Опять же, все зависит от подготовки поверхности. Вот, например, Veris Base, помимо того, что она несет в себе антисептические свойства, она еще уменьшает расход краски. То есть древесина, она ее не так впитывает, да, в себя. Поэтому, если мы обработали, все правильно сделали, нанесли пропитку, то у нас будет фактический расход. Если мы поверхность подготовили плохо, то и расход будет, соответственно, у нас намного больше. Veris Classic. 12-14 квадратных метров с литра. Ну, это в один слой мы берем, да, то есть делим на 2, в среднем это получается, ну, где-то 8 квадратных метров с литра. В два слоя. В два слоя, да. Veris Ultra Lazura и Veris Gold Lazura у нас получается 10-12 квадратных метров с литра. Это тоже в один слой, делим на 2, у нас получается где-то, ну, в среднем это 6 квадратных метров. Но обычно по практике, когда мы подготовили поверхность, нанесли базу, далее наносим пропитку, расход получается немножко поменьше.
Угу. Если мы наносим кистью с краскопультом, расход будет больше. Мне казалось, наоборот всегда. А, нет, здесь связано с тем, что у него идет, мы же ведем его, да, то есть у нас должна быть. И там идет все-таки небольшой перерасход, потому что здесь мы чуть поднастроили, здесь мы попробовали. То есть итого на выходе у нас получается чуть побольше. А, мы сейчас можем с вами перейти как раз посмотреть по маслам. Два вида масла. Одно Interior Oil, а второе это Exterior Terrace Oil. Ну, как по названию. Interior это интерьер, да? Да, да, по названию сразу понятно. Interior это для внутренних работ, Exterior Terrace Oil это для наружных работ. Uh-huh. На самом деле оно универсальное, его можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. Но Верес Exterior Terrace Oil в своем составе содержит дополнительное тунговое масло, что очень хорошо для использования для наружных работ. Угу. Оно более стойкое. Давайте мы с вами попробуем. Смотрите, вот у меня вопрос сразу по поводу вот масла, чем отличается от вот этого? Мы с вами прямо посмотрим при нанесении, как это будет. Визуально, и, да? Визуально это будет, да, разница. И также мы с вами посмотрим, насколько легко масло можно отреставрировать, да, если у нас появились какие-то дефекты, либо где мы поцарапали, что, например, по сравнению с пропитками сделать намного сложнее. Ну, давайте тогда пару слов прям по реставрации. Если, например, у нас повреждается поверхность у пропитки, у нас, получается, идет скол. Для того, чтобы нам исправить, нам надо все-таки это место зачищать и очень аккуратно наносить следующие слои пропитки, чтобы у нас не было нахлеста. Вот масло, оно нам как раз дает очень легкую реставрацию. То есть если у нас оно со временем, масло в любом случае обновляется. Поэтому мы берем с небольшим запасом при нанесении, чтобы оно у нас всегда было под рукой. Мы визуально всегда можем увидеть, что масло, оно у нас из пор начинает потихонечку выходить, то есть нам пора его обновлять. Поэтому здесь срок обновления не всегда актуальный, который пишут да, разные производители. Здесь все зависит от древесины, от ее пористости и от солнечного света, который на нее попадает. Как мы вот ранее говорили, что древесина, она дышит, соответственно, все, что у нее внутри есть, оно со временем потихонечку выходит наружу. Мы берем масло кисточкой, ветошью, как нам более удобно, и наносим. Ждем 15 минут, убираем излишки, и у нас покрытие не будет иметь никаких нахлестов, то есть оно будет равномерное, без переходов. Вот это очень большой плюс масла. Мы в любое время всегда можем отреставрировать, не прикладывая больших усилий. Вот это масло, смотрите, вот здесь вот у нас грунтовка есть, а здесь нету. Смотрите, в составе масла содержится достаточно большое количество антисептика, которая как раз и защитит нашу древесину. То есть грунтовку не надо, правильно? Грунтовку можно, да, не делать. По цене, что дороже, масло или пропитка, или одинаково? Здесь на самом деле не обязательно обращаться к цене. Мы всегда выбираем продукт, что мы хотим получить визуально. То есть если мы хотим, чтобы у нас было там, мы один раз делали и забыли, она у нас, например, глянцевая, матовая пропитка, мы ее нанесли. Но мы должны понимать, что со временем нам покрытие нужно будет обновлять, и что нам придется постараться, чтобы это сделать. Если мы говорим о масле, да, это более трудоемкий процесс нанесения масла, но сам эффект, который мы получим, он, конечно, будет шикарный. Ну, мне кажется, смотрите, если тут надо грунтовку ждать, пока она там высохнет, не высохнет, а здесь ты сразу наносишь. То есть это тоже плюс какой-то? Ну, здесь может быть для кого-то плюс, для кого-то минус. Кто-то хочет один раз нанести и забыть, а кто-то хочет получить именно шелковистую поверхность масла и делает масло, причем обрабатываются достаточно большие дома, ставятся леса, обрабатываются. И визуально действительно это очень красиво. И опять же повторюсь, оно очень легко в обновлении. Масло. Масло. Ну вот я поэтому и говорю, что здесь надо грунтовать, а здесь грунтовать не нужно, правильно? Ну, опять же, нельзя сказать, что лучше. Разный внешний вид. Это правильно? Совершенно два разных. Ну, давайте вот сейчас сравним. Давайте. Наносим масло, также окунаем и наносим его вдоль волокон. Смотрите, у нас деревяшка мы взяли специально с сучками, потому что, как обычно, не бывает идеальных покрытий. Всегда присутствуют какие-то сучки, зазубринки, еще что-то. Вот масло, оно очень хорошо визуально. Смотрите, мы его наносим и даем сейчас впитаться. Наношу, просто сразу такой слой даю кисточкой, чтобы он впитался у нас
с первого слоя. Смотрите, мы его нанесли и сейчас его оставляем. Нам нужно буквально 15 минут, чтобы проникло в поры древесины. И далее мы убираем излишки. После того, как излишки мы убираем, мы уже можем наносить второй слой, и оно до конца напитается. То есть в чем большой плюс масла? Мы закрываем полностью поры. Сейчас это так как-то размазано выглядит. Да, это выглядит размазано. Но когда мы с вами, смотрите, он даже на глазах древесина начинает его впитывать, то есть она насыщается, и она сейчас приобретет цвет и дополнительную защиту. Почему делаем два слоя? Потому что древесина бывает разная. Бывает, например, береза, это плотное дерево, которое очень мало в себя впитывает. А бывает сосна, да, которая она достаточно хорошо в себя вбирает продукт. То есть масло, оно не образует на своей поверхности пленку. Оно все уходит вглубь дерева. И он закрывает поры, но поры закрытые, несмотря на это, они дышат. То есть дерево все равно дышит и продолжает также существовать. То есть у нас не будет конденсата. Да, очень многие переживают при нанесении пропиток, красок, масел, что дерево дышать не будет, и в помещении будет не очень хорошо. Нет, вся продукция торговой марки «Верес», она паропроницаемая и дышащая покрытие. Сейчас смотрите, вот после того, как пройдет, сколько там, минут 10-15? Ну, 10-15 минут, мы с вами удалим излишки и посмотрим, какой эффект он как раз создает. Сколько слоев нужно этого масла наносить? Смотрите, по стандартам это идет два слоя мы наносим, но здесь все индивидуально, потому что бывает древесина, повторюсь, достаточно пористая, она много себя впитывает. А впитает она то, что мы нанесли поверх. То есть больше, чем положено, она не возьмет в себя. Я понял. Поэтому, вот, например, когда мы приходим в магазин и видим выкрас, да, выкрас он делается на сосне, ну, в основной массе все стандарты идут на сосне, мы можем ориентироваться на оттенок цвета, но на древесине у нас может получиться либо чуть светлее, либо чуть темнее. Это все связано с порами. Также древесину необходимо подготовить. Это обязательный этап, мы ее должны шкурки пройтись, убрать все излишки, чтобы поры открыть. Очень часто бывает, сталкиваются с тем, когда мы заказываем готовый дом, он проходит как механически, да, через аппараты, которые немножко прессуют и поры закрывают. Вот здесь тоже обязательно, повторюсь, это подготовка поверхности. Без подготовки мы никуда не можем двигаться. Сколько слоев масла надо наносить? Мы делаем два, и этого вполне достаточно. Срок службы? Срок службы здесь индивидуальный. Все зависит от погодных явлений, от самой древесины. То есть иногда бывает, что древесина, она у нас уже достаточно старенькая, мы ее просто хотим там покрыть чем-то, сделали, покрыли. Она впитывает, например, в себя больше масла. Если это не новая, да, древесина, она немного в себя будет, не крупнопористая, она в себя впитает меньше, обновление, соответственно, будет почаще надо делать. Примерно сколько это? 5-10? 5-6 лет она совершенно спокойно стоит. Солнечная сторона, да? Да, солнечная сторона. А дальше? Но в тени она намного дольше служит. Но опять же, здесь все-таки большой плюс, что если даже у нас идет солнечная сторона, оно чуть быстрее вышло, мы взяли, обновили, и у нас покрытие ничем не будет отличаться от теневой стороны. Оно также напиталось в те же поры. Ну тоже надо шлифовать, правильно? Или можно прямо сразу сверху наносить? Смотрите, здесь все-таки зависит от покрытия. Если мы, например, не пропустили, да, тот момент, когда мы уже понимаем, что нам необходимо обновить, у нас поры открытые, и мы совершенно спокойно наносим. Нам самое главное удалить пыль. А пыль чем удаляют обычно? Вы знаете, обычной кисточкой. Просто так просто помахал? Просто проходится, да. То есть, вот мы ее убираем, смахнули, она чистая, пыль убралась. Я понял. Смотрите, мы можем с вами как раз... Тут цветов много вообще у этого? У нас идет 5 стандартных цветов, но опять же их можно между собой смешивать в одной и той же линейке. Вот, поэтому можно получить, например, какой-то индивидуальный цвет. У нас есть специалисты, которые тестировали наше масло и пробовали делать совершенно разнообразные вещи. Что это из себя представляло? Они брали древесину и наносили несколько слоев. То есть получается, здесь они делали темный, потом делали переход в более светлое масло, и уже при нанесении, например, если они хотели, чтобы, как переход из темного к светлому, то есть оно напитывалось, и вот так вот аккуратненько они его как перемешивали. То есть чуть-чуть попадало сюда, и плавный переход получался. То есть такое тоже можно. В одной, опять же, повторюсь, это только в одной линейке.
То есть здесь полет фантазии неограничен, мы можем, в принципе, с вами сделать любые варианты. Мы можем сделать сочетание нескольких цветов, можем сделать однотонные, можем там, например, основной цвет сделать такой, кто-то делает, например, через доску, да, либо в шахматном порядке это делает. То есть здесь, ну, на что наша фантазия способна. Ну вот сейчас вот она уже подсохла, уже можно попробовать? Она, да, она не подсохла, немножко не так, она впиталась, поэтому, да, смотрите, мы убираем излишки, времени, конечно, еще мало прошло, 6 минут. Здесь, конечно, у нас, ну вот, чтобы нам сучки сейчас немножко показать, надо немножко подольше, конечно, подождать. Не, ну смысл все равно понятен. Да, то есть смотрите, видите, вот эти дефекты, которые у нас есть на поверхности, как сучки, они наоборот очень красиво смотрятся. То есть они создают такой неповторимый рисунок, и вот эта вот сама структура дерева, она вся выделяется. Вот здесь такого нет. Здесь такого нет, но когда мы наносим на поверхность, то же самое получается. Видите, мы немножко захватили сучок, то есть он чуть темнее выделяется. Но все-таки в масле это как раз вот более очень красиво, да, смотрится. И оно визуально, особенно когда это идет большая поверхность, она как раз нам дает вот эту красоту масла и тактильно. Мы даже можем с вами, мы излишки убрали, потрогать пальцем. То есть это настолько шелковистая поверхность, она подсохнет. Она не будет липнуть. Вот это какая-то липкая. Вот она это... просто еще не подсохла. А вот это прям вообще. Когда она высохнет, она будет очень приятная, тактильная. И смотрите, о чем я говорила, например, по реставрации. Понятное дело, бывает всякое. Мы можем там нести мебель, либо еще что-то сделать. То есть у нас может образоваться вот там вот такие царапинки. Угу. Что мы делаем? Это вот к реставрации. Да? Ну, мы чуть-чуть возьмем, нам много не надо. Мы нанесли в тех местах, где оно у нас ушло. Угу. Мы сейчас немножко подождем, и вот эти места, где у нас масло вышло, оно у нас как раз пропитается, и мы поверхность полностью отреставрировали. И как раз сейчас будет наглядно видно, что не будет никаких переходов. Угу. То есть вот в этом это, конечно, большой плюс масла. То есть реставрация идеальная? Реставрация идеальная и очень легкая. И не надо нанимать, например, специальную бригаду, если какой-то там дом, да, угу. Мы его точно сделали и без проблем. Смотрите, даже прошло буквально там несколько секунд, удаляя излишки, видите, у нас полностью покрытие такое же. То есть у нас оно пропиталось маслом, и никаких переходов, ничего у нас уже не остается. Поэтому в этом плане масло, оно действительно идеально. И террасное масло, почему оно называется экстерьер террас oil, оно идеально у нас подходит для террасной мебели, все, что используется в беседке, любые поверхности, которые необходимо покрывать. Стены что, тоже, да? Стены, полы, все что угодно. Опять же, возвращаясь, например, к тем же полам. У нас получается, что при нанесении пропиток с лаком, оно у нас может где-то со временем истираться, еще что-то. Масло тоже истирается, но мы взяли, обновили, и нам покрытие снова служит. То есть нам не надо полностью это все зачищать. Ну да, это плюс большой. Это очень, да, большой плюс. Несмотря на то, что в составе есть растворители, ничего страшного. После полного высыхания оно не имеет никакого запаха специфического. Ну даже сейчас он вообще минимальный. Мы в своей продукции стараемся использовать растворители высокого качества, которые не имеют резкого запаха, чтобы нашим покупателям тоже было удобно, потому что очень часто... Например, на участках, да, где у нас загородное там строительство идет, ну, дети бегают, еще что-то, чтобы не было такого сильного воздействия запаха, да, чтобы не отравиться. Но всегда лучше использовать средства индивидуальной защиты. Ну, понятно, это при нанесении. В любом случае, да, даже при нанесении красок на водной основе, которая не имеет специфических запахов растворителей, все равно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Я понял. Ну, примерно понятно разница между теперь маслом и антисептиком. Да, вот смотрите, оно уже немножко подсыхает, и вот эти вот вещи, они, конечно, очень классно. Ну да, прикольно смотрится. То есть они, наоборот, добавляют какую-то изюминку. Да. Поэтому мы всегда говорим, не переживайте, идеального покрытия не бывает никогда. Его всегда можно обыграть, можно придумать разные материалы и покрыть так, что это будет, наоборот, большим плюсом, чем просто гладкая ровная поверхность.
А вот это вот что за краска? Смотрите, это краска фасадная. Если мы говорим о ранее с вами разговаривали про пропитки и масла, это лессирующее, то есть полупрозрачное покрытие. А краска верес фасад – это уже укрывная, то есть она плотная, она полностью покрывает поверхность, не оставляя структуру видной. У нас она присутствует в готовых цветах, и есть две базы под колеровку – это база А и база С. Колеруем мы их универсальными пигментами, который подходит для красок ручным способом. То есть здесь также можно создать... То есть это просто купил колеровку и сам заколеровал? Да, то есть здесь можно выбрать любой цвет и в домашних условиях это заколеровать. То есть не надо ехать искать специально колеровочную машину, что-то там делать. Мы это все можем делать на своем приусадебном участке. Вот эта краска, да, она для дерева? Смотрите, краска идет универсальная. То есть помимо дерева ей можно красить и кирпичные здания, оштукатуренные поверхности, любые. Мы как раз сегодня давайте попробуем с вами нанести на дерево, посмотрим, как оно ляжет. И подготовили показать кирпичик. Причем кирпичик, скажем так, который на улице пролежал очень долгое время. Который такой не новый, он имеет, видите, небольшие все-таки повреждения. Мы как раз с вами посмотрим, как это все ляжет, как оно себя будет вести. По фасовкам они у нас идут стандарт 0,9, 2,7 и 9 литров. Его надо грунтовать или нет? Да, смотрите, мы рекомендуем грунтовать. У нас пропитка Верес Бейс. Несмотря на то, что она идет на алкидной основе, то есть в составе есть растворители, ее можно использовать по дереву. Но здесь обязательно... По кирпичу. Ну, обычно такие поверхности уже не грунтуют. Я понял. Смотрите, на дерево мы наносим верес бейс, все то же самое. Дожидаемся полного высыхания и наносим краску. Я понял. Они в системе не противоречат друг другу. Давайте давайте попробуем цвет голубой туман. Это готовые цвета. И посмотрим просто визуально, как это будет выглядеть. Мы это будем сегодня наносить без грунтовки. То есть на дерево, да, нанесем? Да, мы прямо первое мы с вами нанесем на дерево. Берем нашу кисточку Биорол. Красивый, смотрите, цвет. Да, эта краска, она, видите, она достаточно густая. Ее надо разбавлять, не надо пугаться. Нет, она, несмотря на то, что она достаточно густая, она очень хорошо наносится и растягивается. Смотрите, мы краски практически не взяли на кисть. Что мы делаем? То же самое по технологии вдоль волокон наносим, чтобы у нас покрытие было более равномерно. Ну, я даже немножко еще уберу, потому что, ну, совсем много. И начинаем наносить. То есть, смотрите, мы взяли практически капельку, и насколько нам ее хватает. Это один слой. Укрывистость у нее шикарная. То есть, несмотря на то, что одной капелькой, посмотрите, сколько мы смогли прокрасить, какую поверхность. И смотрите, все зависит, опять же, от толщины слоя. Видите, у нас структура древесины, как она идет по волокнам, она у нас все-таки остается видна. Если мы нанесем, конечно, более толстый слой, то там уже видно не будет. Ну вот смотрите, давайте мы ее сейчас положим, посмотрим. То есть это все-таки с капельки, да? Она густая, но видите, как идеально она ложится. Пока у нас будет первый слой сохнуть, давайте мы с вами попробуем взять кирпич. И есть у нас вот такой вот бордюр. И давайте попробуем, как он у нас будет ложиться. Желательно, конечно, убрать... Пыль там, да? Да, все как положено, чтобы у нас краска лучше ложилась. Все, мы убрали, у нас поверхность, в принципе, готова. И давайте смотреть. Опять же, мы берем совсем чуть-чуть. То есть, видите, на кисточке краска практически отсутствует. И то же самое мы начинаем наносить. Видите, она ложится равномерно, она полностью укрывает в один слой, несмотря на то, что это кирпич, который несколько лет там лежит уже, наверное, на улице, который что только не повидал в своей жизни. И краска у нас еще на кисти остается. Да, круто. То есть этой же кисточкой мы можем взять еще, например, давайте вот здесь чуть-чуть сбоку, но она сыровата, конечно, это и будет не совсем правильное нанесение, все-таки поверхность должна быть просушена. Видите, у нас еще сколько краски остается. Потом ничего не отвалится, все будет? Нет. Она предназначена, краска идет универсально, она используется не только по древесине, то есть у нее использование очень широкое. Давайте попробуем кирпич. Давайте. Смотрите, насколько он у нас идет поврежденный, и посмотрим. Опять же, мы берем один слой пока.
Покажите еще раз, как вот вы берете. Я беру прям совсем чуть-чуть и убираю излишек. Там чуть-чуть потыкали туда, помакали. Угу. Посмотрите, насколько оно закрывает это все. Вот это вообще прикольная краска. Видите? То есть оно полностью закрывает. Мы взяли прям опять же капельку. Да, реально кисточка ничего не оставляет, никаких волос, вот посмотрите. Вообще не оставляет. Это, ну, от инструмента всегда очень много зависит. Мы можем какие кисти не покупаем, у нас постоянно волосня вот такая. Да, мы можем с вами взять хорошую краску, но взять кисть, которая будет лезть, мы никогда с вами не получим идеального так покрытия. Просто где их брать? Вот приезжаешь к там, не знаю, Леруа, Оби, и всегда... Смотрите, мы всегда... Вот этот инструмент всегда можно приобрести в розничных магазинах, можно приобрести так на как сайте. Как еще раз он называется? Биару. Прекрасный сербский инструмент, я сама уже очень много лет с ним работаю, мне он очень нравится. Никогда у меня не возникало никаких с ним сложностей. Действительно качественный, хороший инструмент, который не подведет ни в каком варианте. Его можно заказать на сайте компании «Вертикаль», приобрести, посмотреть, ассортимент очень большой, выбрать все, что необходимо в любых размерах. Смотрите, вот мы один слой нанесли, надо два, да, слоя нанесли? Да, он у нас, смотрите, уже, попробуйте, он подсох. О, да, нифига себе, так быстро. Он, да, очень сохнет достаточно быстро, но у нас был достаточно тонкий слой. Ой, ничего нету. Вообще не прилипает. Здесь по расходу все. Сразу. Стандартный расход это 6 квадратных метров с литра идет. Но здесь опять все это индивидуально. Все зависит от подготовки поверхности и от того, каким слоем мы наносим. Мы наносим с вами достаточно тонким слоем, поэтому у нас она расход достаточно большой. Вот эту краску через сколько надо наносить? Ну, смотрите, здесь все индивидуально. В среднем межслойная сушка идет где-то час, максимум два. Обычно, как мы, российские люди, мы не выдерживаем этого и наносим чуть раньше. Но опять же, видите, она у нас даже в закрытом помещении, она уже быстро очень высыхает. То есть она сохнет. Поэтому давайте попробуем сразу второй слой нанести и посмотрим. Опять же, мы берем, видите, прям совсем капелька. Покажите краски. Еще, прикольно это. Ну-ка. Вот, я прям беру совсем чуть-чуть. Я даже не убираю излишек, потому что у меня его нет. И наносим уже второй слой. Лучше, конечно, дождаться полного, как положено по инструкции, но... Мы же русские люди. Да. Два тончайших слоя. Вот дают нам вот такой прекрасный эффект. Да. Такая она матовая, что ли, получается? Краска полностью матовая. Она сейчас даже в процессе высыхания, у нее уже практически отсутствует глянец. Если мы даже посмотрим с вами, видите, она вот в этих местах. На свет ее? Да. И цвет такой какой-то прикольный. Да, вот мы с вами сегодня пробуем цвет голубой туман. Сколько их цветов у этой краски? У нас идет 5 стандартных цветов плюс база под колеровку. Цвета на самом деле универсальные, они идут, начиная от самого светлого белого и заканчивая темным. Посмотрим, может быть, попробуем еще темный цвет посмотреть, как будет ложиться. Но давайте уже это в процессе сейчас. Смотрите, здесь то же самое. Мы с вами наносили на такую вот поверхность, она уже тоже подсохла, она полностью матовая. Давайте нанесем уже второй слой. Очень ошибочное мнение, также берем совсем чуть-чуть, что при нанесении, если в один слой укрыло, значит этого достаточно. Не совсем верное утверждение, все-таки производитель всегда рекомендует два слоя, чтобы была более надежная и правильная защита. Одного слоя не даст, да, он красиво, да, он укрыл, но лучше все-таки в два. Смотрите, кисточка практически сухая, но второй слой у нас все равно идет. Плюс, видите, она закрывает все наши огрехи, то, что есть. И нам остался как раз кирпич. Давайте попробуем по кирпичу. Ну, пока вы красите, у меня тут сразу этот вопрос возник. Если, допустим, у меня какой-то краска уже была окрашена, не знаю, там... Через грунтовку. Через грунтовку? Да. Обычная грунтовка. Ну, была не знаю, масляная краска. Смотрите, с масляной краской здесь намного сложнее. Или на водной основе. У нее очень сложный химический состав.
Поэтому ни один производитель вам не порекомендует на масляную краску что-то наносить без... А если на водной основе? На водной основе совершенно спокойно можно. Пошлифуешь? Да, также, чтобы нам создать шероховатость, чтобы краска лучше легла. То есть, смотрите, если, допустим, у меня краска на водной основе, ну, похоже что-то вот на это, я беру, шлифую. Лучше дальше пройтись грунтовкой. Обычная грунтовка, вот как мы классическую берем на водной основе, прошли с грунтовкой и краску. Это чтобы было... Грунтовка есть, именно по дереву на водной основе или как? Нет, у нас же поверхность, она покрыта. Мы если дерево перекрашиваем, вы дерево хотели, имеете в виду, перекрасить? Ну, образно. Или, например, мы стены отштукатуренные берем? Нет, дерево. Там даже можно грунтовку особо не делать. То есть мы создаем ангезию. Убираем пыль и... Убираем пыль, да, создаем шероховатость и наносим. Понял. Тогда это будет... Вот так же красиво, как и здесь. Да, смотрите, она уже даже второй слой практически подсох. Смотрите, как красиво у нас идет структура древесины. Да, быстро сохнет. Да, она очень быстро сохнет. Самое главное, она очень хорошо укрывает. То есть очень часто мы сталкиваемся с тем, что многие пропитки, у них и краски, очень мало насыщения самого цвета, пигмента. И когда мы наносим, она у нас получается полупрозрачная, хотя она должна нас укрывать. И с этим сталкиваемся очень часто. Многие производители, ну, может быть, экономят, да, на этом. И мы наносим вместо того, чтобы у нас там 1-2 слоя нанести, нам приходится 3-4 делать, чтобы нам добиться покрытия. Это очень хорошо видно, когда у нас, например, стены вот в помещении мы покрываем, они у нас подготовлены, и мы начинаем красить белой краской или любой цветной краской. Вот тут мы как раз понимаем, что она у нас начинает идти пятнами, у нас из-под низа все это просвечивается, и, ну, скажем так, не очень хорошо. Смотрите, мы можем с вами, знаете, что посмотреть, насколько она у нас перекроет цвет уже, который нанесен на дерево. Давайте мы можем выбирать... Итак, друзья, села камера у меня, пока мы ждали, пока она зарядится, сделали вот такие вот выкрасы. Елена сейчас расскажет, что это за выкрасы такие интересные. Да, смотрите, мы сделали выкрасы разных цветов, посмотреть, как они у нас будут смотреться на дереве в сочетании. То есть, чем хорошо? Есть готовые цвета, которые мы можем выбрать и, например, сочетать. Часть мы делаем одного цвета, вторую часть мы, например, выделяем каким-то более светлым цветом. Темный, светлый, например, там голубой со светлым. Давайте мы с вами попробуем. Ну вот у нас есть цвет голубой туман, и как перекрыть? Давайте мы как раз посмотрим. Если мы говорили с вами при обсуждении пропиток, что светлый цвет мы можем перекрыть темным, а вот темный уже нет, то здесь в краске, в укрывной, все намного проще. У нас покрыто достаточно темным цветом, и давайте мы с вами попробуем нанести более светлый цвет. Сделаем на небольшом кусочке, просто посмотреть визуально. Смотрите, насколько она укрывает с первого слоя, да, то есть насколько был темный цвет и как он у нас перекрыл за один раз. Даже немножко все-таки я переборщила. Сейчас мы давайте чуть излишки уберем, чтобы она легла у нас более равномерно. И посмотрите, она за один слой даже перекрыла цвет. Да, это круто. То есть здесь, и смотрите, мы даже кладем рядышком, вот это же чистое дерево было выкрашено, и перекрашен цвет, то есть цвет, он даже не отличается. Очень редко можно добиться такого эффекта у многих красок, что в один слой мы даже можем перекрыть цвет. Это всегда большой плюс. Поэтому не бойтесь, пробуйте, сочетайте цвета. Я думаю, что у вас все получится. Самое главное, не бояться. Вот еще по поводу масла, я вот сейчас смотрю. Вот антисептик, он немножко дает глянца. Да. А вот масло, оно такое матовое. Да, ну смотрите, пропитки, они тоже бывают разные. Верес классик, она шелковистая такая, тоже получается без глянца. Ультра и Верес Голд, они имеют уже свой глянец. Но здесь, опять же, я повторюсь, наверное, это на любителя, кому что больше нравится. Кому-то нравится, чтобы это было глянцево и на солнышке красиво смотрелось. Кому-то это не нравится, они хотят более матовое покрытие, шелковистое, тактильное, чтобы можно было потрогать, пощупать, да, там посидеть. Поэтому все индивидуально.
Всегда в торговой марке «Верес» можно найти, удовлетворить любой спрос. Пропитки, масла, краски, все что угодно. Краски 5 цветов и плюс мы можем колеровать. И база под колеровку, да. Поэтому полет фантазии не ограничен. Дерзайте, все получится. Ладно, спасибо большое, очень интересно все рассказали. Мне даже было самому интересно все это посмотреть, потому что в красках мы не особо разбираемся. Я думаю, для многих наших зрителей в разных социальных сетях это будет познавательно точно, 100%. Спасибо большое. Была рада помочь вам в выборе. Будут вопросы, обращайтесь к нам. Всегда готова помочь.